Недопустимо считать некоторых граждан второсортными. Равные права должны распространяться на всех. Такое мнение высказал румынский социолог, директор компании «Имаздору» Петруци, комментируя проведение и организацию второго тура президентских выборов как внутри страны, так и за рубежом. В интервью Пятому каналу он заявил, что нашим соотечественникам, проживающим в России и Приднестровском регионе, не были обеспечены такие же условия, как диаспоре в Европе. Дору Петруци считает, что молдавская диаспора испытывает стокгольмский синдром. Симпатию, возникающую у жертвы к похитителю в процессе своего захвата или похищения. В то же время, учитывая поражение внутри страны, Санду должна понимать, второй президентский срок для нее будет отнюдь нелегким, добавил эксперт. Румынский социолог Дору Петруци утверждает, что все граждане, независимо от национальности и языка общения, должны иметь равные условия в избирательном процессе, но это было полностью проигнорировано во время президентских выборов, как в первом, так и во втором туре. Количество избирательных участков в Российской Федерации сократили до двух. Я видел в день голосования довольно много трудностей, с которыми столкнулись желающие проголосовать из Приднестровского региона. В то же время появилось гораздо больше участков для представителей европейской диаспоры. Я не согласен с теми, кто высказывает мнение, что представителей европейской диаспоры или какой-либо другой диаспоры следует лишить права выражать свой голос. Дору Петруци считает, что молдавская диаспора страдает стокгольмским синдромом, при котором у похищенной или захваченной жертвы возникает симпатия к похитителю. Появлялись отдельные инициативы, которые не особо заинтересовали представителей диаспоры. В остальном политическая повестка Кишинева не учитывала нужды диаспоры. Более того, в последующие годы в Республике Молдова была зафиксирована самая большая миграция, несмотря на предвыборные обещания четырехлетней давности, когда госпожа президент пообещала, что сделает все возможное, чтобы как можно большая часть диаспоры вернулась в страну. По мнению эксперта, избирательная кампания штаба Майи Санду создала напряженную атмосферу в обществе. О множестве случаев агрессивной лексики, ксенофобии, о чрезмерном контроле, указанной в отчетах Промалекс, о чрезмерном использовании административного ресурса, контроле над СМИ, что также не понравилось населению. Это была совершенно нетипичная кампания, в которой, по крайней мере, во втором туре все предвыборные темы, все обещания исчезли, и все свелось к страшилкам и боязни, которую вселяли в население, что, мол, если не проголосовать определенным образом, то придет Россия и может случиться всякое. Эта победа президентки порождает довольно много вопросов и вызывает много опасений по поводу последующего периода. Тем более, что в следующем году предстоят парламентские выборы, а атмосфера и кампания могут быть еще хуже. Опросы, которые все это время проводились и продвигали некоторые НПО, оказались далекими от реальности и создали информационную ловушку, в которую попали не только румынские, но и европейские СМИ, оставляя впечатление, что в стране дела обстоят хорошо, и победа будет достигнута уже в первом туре, заявил также Дору Петруци. Это не только не подтвердилось, но и было очень далеко от реальных результатов. С этой точки зрения им нужна настоящая социологическая экспертиза. Они также должны отказаться от практики, которая применялась последние 4 года, когда подвергали цензуре реальные профессиональные исследования, которые выявляли проблемы, с которыми сталкиваются люди, что в конечном итоге подтвердилось за эти 4 года. Кроме того, социолог обратил внимание на то, что в настоящее время политическая сцена сужена, и все решения принимаются единым политическим голосом, что отнюдь не лучший выбор, и объяснил почему. В следующем году мы можем оказаться в гораздо более сложной политической ситуации, в блокировках, которые могут вновь породить политические кризисы и другие последствия, которых мы совершенно не хотим.
В то же время Петруцци подчеркивает необходимость того, чтобы внешние доноры оказывали большее давление на лиц, принимающих решения в Кишиневе. Это необходимо для обеспечения прозрачности расходования полученных средств, в том числе через НПО, говорит эксперт. Дору Петруцци пришел к выводу, что в данный момент у руководства нет ни плана развития страны, ни шагов, которые необходимо предпринять, при том, что ситуацию необходимо как можно скорее улучшить, поскольку она сильно ухудшилась.